Зачем ты школу я тебе снова поехали? Я не сказал ничего такого, что стоило бы повторить. А вот скажи мне, тетя, если жизнь наша будет всегда такой, как теперь, то чем все это закончится? А что стало с нашей жизнью? Слава Аллаху, живем мы неплохо! Нет, я спрашиваю, чем все это закончится? Ну вот смотри, мы благополучно выросли. Слава Аллаху, богаты! Но сердце не успокаивается, но требует еще чего-то! Ведь правду я говорю, тетя? Конечно! Ты говоришь правду, вот только я не понимаю, что ты говоришь. Эх, тетя, я говорю ясно. Я смотрю вокруг себя и вижу, что мне чего-то не достает. Ай, Аспир, стоит ли об этом горевать? Если тебе что-нибудь надо, пошли, вели лавку. Ну ты опять меня не поняла, тетя. Я с тобой говорю о возвышенных чувствах. Смотри, у меня много денег и товаров. Но когда владеешь всем этим, хочется чего-то еще. Между тем, есть люди, у которых нет ни денег, ни товаров, но этого добра у них целое стадо. Ты купец! На что тебе стадо? Слушай, тетя, сколько мне по-твоему лет? В день нового Рамадана тебе будет 28. А чем беспокоиться? Ты еще совсем дитя. Пусть Аллах пошлет тебе 100 лет жизни. Но это дитя уже твердо стоит на ногах. Конечно. И слава Аллаху, ты у меня здоровый молодец. Ну и что же? Так, говори со мной попроще, чтобы я могла понять. Я женщина простая и ничего не понимаю в твоих премудростях. А я знаю! Чего хочет ага? Ты что? Что хочет мистер Соловей? Скажи. А что хочет мистер Соловей от розы? А? Не говори глупостей, а? Нет, тетя! Вели не глупый! Эх, довольно стесняться, пойми наконец, тетя, я хочу жениться! Жениться, жениться я хочу! Скажите, что я хочу жениться! Ты хорошо делаешь! Скорей бы мне уже танцевать на твоей свадьбе! Это раз я тебе твердила, женись! У тебя будет свой дом, свои дети, а ты не слушал меня! Наконец-то, наконец-то согласился! Женись! Устроим свадьбу, пусть друзья радуются, огради твоих мусульманских танцальностей. Хочешь, сегодня же накину чадруль, пойду искать тебе невесту, а? Бедный, бедный твой покойный отец умирает, твердил окно. Ах, Джахан! Тетя, нашла время плакать. Раз начали говорить о деле, надо закончить. Ведь ты мне жертвуешь, я женись. Но как жениться-то? Это же не так легко. Сам падишах выдаст на тебя свою дочь. Сегодня же накину чадру и пойду искать тебе невесту. Или укажи сам, на дочери какого купца или бета ты бы хотел жениться? Ты только скажи, а я пойду и сосватаю. Ну откуда я знаю, чья дочь мне может понравиться, когда не видел ни одной из них? А разве я слепая? Я пойду, прогуляюсь, присмотрюсь и выберу себе такую красавицу, что сразу голову потеряешь. Если я голову потеряю, то какой из меня жених? Ну, я все. Тетя,
Ты мне ясно скажи, какую девушку ты собираешься выбрать для меня? Я скажу, Гуч. А ты послушай. Человек.
Вот я думаю, что приобретение невесты — это вроде покупки товара. Так как товар может быть хороший и неважный... Ты хочешь сначала увидеть девушку, а потом на ней жениться? Как только ты открыл рот, не так ли, тетя Джохан? Конечно, так, твоя... Именно так, Сулеймана! Ну, теперь ты убедился, что я умный человек? Почти. Еще чуть-чуть осталось. Ну, если ты разрешишь еще одну загвоздку, то тогда я окончательно уберу твой ум. Ну, говори, мы послушаем. Так вот, слушай, умный человек. Как и где жениться на ней? Только и всего? Только и всего. Полегче. Проще. Возьми на плечи тюк с товаром, а в руки арши. И ступай по дорогам, торгуй понемножку, а заодно и присмотрись к невестам. Выбери любую и пошли меня сватом. Вот и все. Вот это мысль! Вот так придумала! Так и лучше ничего не придумаешь, и так ли, тетя? Конечно, так! Не так ли? Ну, теперь ты, наконец, убедился, что у меня не пустая голова. Thank you.
сальками пойдет. Даша, так лучше совсем не вдавали. Что ты, милая, скажу, разве можно так говорить? Я говорю правду. Мне противно. Молодой, старый, плешивый, паршивый. Можно бежать лет какой-нибудь? Еще и бить будет. Так ты как же? По-твоему, вовсе не выходить замуж? Спасибо! Но я не говорю, что нужно навеки остаться так дома. Но прежде чем выходить замуж, надо видеть, за кого идешь. И смотреться, приглядеться, а потом выходить. Вот глупости наговорила, жареным куром насмерть. Ну, кого ты, бедняжка, может, не нет? Ну, тогда лучше остаться дома. Эх, хочу спорить. Только бы хозяин решился, наконец, выдать вас замуж. По-твоему важно, чтобы ты наших женихов видел? А для нас самих это не важно? Жениха я не полюблю его. Я замуж не выйду. А вот вы выходите, пожалуйста, с закрытыми глазами. Ей-богу, барышня! Видишь его раньше, то пропадет весь интерес. Сейчас взять
подходящую жену. Молодую за меня не выдадут. Лет мне уже очень много, а денег у меня очень мало. Да и к чему мне теперь пышная свадьба? Мне бы подошла какая-нибудь смелая вдовушка. Один мула 3 рубля день и не головка сахару. На этом и покончил бы. Там смывала бы. Вечерами я не простуживал бы себе поясницу. Эх, о чем это я? Пойду на базар, посмотрю, что там делается. Она прекрасна! Вели! Сама вот это все, вести меня там! Хорошо, хорошо.
Ах, еще разик взглянуть на нее. Кажется, сюда иду. Поясница! Прихватила! Поясница! Прихватила!